открытый ветрам и солнцу. Широкая раскованная планировка площадей и улиц. У него свое лицо, свой характер. Сберечь их, развить, заставить звучать в едином ансамбле. Это прежде всего заботит и тех, кто строит Ростов-на-Дону, и тех, кто ведет реконструкцию его центра. В этой библиотеке богатейшая коллекция документов, книг, фотографий, которые приоткрывают удивительные страницы градостроения на Дону. Более 40 лет занимается историей Ростова старейший архитектор Андрей Петрович Зимин. Я бы прежде всего учел один момент. То, что мы называемся Ростов-на-Дону. Вот именно с Дона я бы и начал бы повествование, что именно застройка-то вся выходит на Дон, на одну из красивейших водных артерий нашего Советского Союза. И застройка очень красивая, террасная, на ростовских этих замечательных буграх. И это, конечно, является отличительнейшим чертой нашего города. Ростов, безусловно, имеет архитектурное лицо, ибо он простроился по очень продуманному плану. Строили и в участии строительства принимали очень известные к тому времени архитекторы. Я буду очень коротко называть такие фамилии, как академик Старов, академик Перетяткович, академик Померанцев. Да, очень много, около 20 фамилий можно назвать, которые оставили свои визитные, что ли, карточки в нашем городе. Ростов я люблю за его неповторимость, за его удивительное лицо, за его интимность. Я никогда не забуду слов, которые сказал в свое время Михаил Светлов. Это «Много милого простого есть у города Ростова. Два проспекта пути пройденного, Ворошилова и Буденного. Переулки стоят тихи, в них читает весь день стихи». Город начинался на Дону с небольшой таможни и крепости на окраине государства российского. На перекрестке водных и сухопутных путей рос торговый город. А к началу нашего века стал крупнейшим промышленным центром на юге России. Того старого Ростова немногое сохранилось до наших дней. Самые тяжелые испытания выпали на долю Ростова в Великой Отечественной войне. Thank you.
Каким был Ростов в день его освобождения? Больше всего пострадал центр города. То, что определяло его лицо. Он родился заново, большой и прекрасный город. Возникли новые жилые районы. Успешно решалась выдвинутая партией важнейшая социальная задача – переустройство города. Раздаваясь вширь, поднимаясь ввысь, Ростов обретал новые черты. Органичное вживание нового в ткань города – тема многих творческих дискуссий в градостроительном совете и в ростовском отделении Союза архитекторов. Что происходит сейчас в Ростове? Умирает некая жизнь, которая раньше распространялась, можно сказать, везде. Люди 20 лет назад или 10 лет назад жили на улицах. Вы помните, что такое лето в Ростове? Когда выходят, все живут. То есть характер жизни ростовчан. Общение. Я полагаю, образ что жизни просто другой. Вот Ростов попал, так сказать, ну, создалась благоприятная ситуация, чисто географическая, экономическая. Ростов стал расти, то есть метаболизм наблюдается в росте. Причем ограничить ее невозможно. Появление этих вот колоссальных, огромных районов на периферии города. Почему это? Это не случайно, собственно, это вынужденная мера. Скажем так, что как старый центр города, так и его новые где-то образования, я имею в виду подцентры по городу, они, как правило, имеют тенденцию к развитию, к совершенствованию. Значит, старая рамка городской среды с его улицами, с его небольшими зданиями, с его примитивной технической оснасткой, да, уже не удовлетворяет сегодняшним требованиям. Они тормозят деятельность города. Вот представьте себе, товарищи, на минуту такое явление, что мы живем в городе 21 века, а ходим по улицам 19 века. Абсурд? А почему? Почему? Абсурд. Великолепно. Мне хотелось вернуться, я часто вспоминаю слова Погодина, что город — это книга, страницы которой мы пишем, и вырывать нельзя, а надо дописывать. Ведь сон тысяч архитектурных форм, острых, ярких, каких-то броских, они все у нас в журналах, как кто-то говорил, они лезут при реконструкции центральной части, нам хочется что-то сделать, но нельзя. Вот подобно, как мы там старую музыку на магнитофоне затираем ради новой, спеша, еще не удостоверившись, так в исторической части. Потому что контрастно вот так вот, видимо, ставить современное, которое будет кричать на фоне существовавшего, существующего, старой застройки, это тоже не метод, это будет диссонанс полный. Я думаю, что сейчас наступил третий очень важный этап, именно тот этап, о котором мы сейчас говорим. Если послевоенное время это было время восстановления зданий, потом наступило массовое строительство, развитие города вширь. Сейчас мы подходим к рубежу реконструкции центра города. И от того, насколько архитекторы будут в достаточной степени культурны и с большим пониманием поймут и будущее, значение будущего города и значение прошлого города, зависит судьба нашего города. Это не просто споры. Это поиск решений, как не потерять своеобразие Ростова. Сохранить из прошлого все самое ценное, то, что близко человеку, его сердцу. В нашем городе немало архитектурных памятников старины. Современное модное здание порой врывается в сложившуюся архитектурную тональность. Не всегда оно вписывается в стиль города, не всегда соответствует его характеру. Человеку, однако, нужен город, который бы не только смотрелся,
Город — это не просто дома, но и живая среда, традиции, привычки. В Ростове, как, наверное, и во многих других городах, этот ему присущий характер передает центральная улица, бывшая Садовая, ныне Энгельса. Особая, неуловимая среда, атмосфера живого человеческого общения, которая, возможно, только в южных городах, где большую часть года люди проводят под открытым небом. Она живет, эта среда, и во многих других, типично ростовских двориках и кварталах, пусть не столь ярких и нарядных. Так что же, снести их? Возвести на их месте новые постройки? Архитекторы ростовского горжилпроекта впервые в стране решили сохранить эти старые кварталы. Один из них наметили обновить и восстановить, никого из жильцов не переселяя в другие районы. Сперва обследовали все постройки, определили, какие пригодны для реконструкции, а какие пойдут под снос. Провели обширные демографические исследования, выявили отношение самих жильцов к переустройству квартала. Каким он будет? Со всеми удобствами для жизни. Дома с общими галереями, холлами и читальнями. Возродятся и другие кварталы, в которых сохранится типичный для нашего города колорит. Дон нельзя представить наш город. Набережная появилась уже после войны. Она открыла Дон для города, развернула Ростов к реке, подчеркнула его необычный силуэт. Как сохранить этот сложившийся стиль и в будущем? Говорит один из ведущих архитекторов «Ростов-граждан» проекта Юрий Кузьмич Залунин. Вот здесь, находясь на левом берегу, мы можем сами для себя определить характерные его признаки, определяющие его образ. Это, прежде всего, широкая полоса реки, на фоне которой располагается на высоком берегу правом застройка города. И наиболее характерная особенность этой застройки то, что она располагается на таком зеленом пьедестале. И, естественно, у архитекторов, когда мы будем заниматься проработками основных проектных решений реконструкции застройки центра, для архитектора основная задача — сохранить этот характер природный и особенность города. Очень важно при застройке и реконструкции центра очень умело использовать высотные здания, которые могут, из-за того, что город просматривается на большом протяжении, могут нарушить эту ритмику и пластику, и, так сказать, естественный его силуэт. Кроме того, при реконструкции самой планировочной ткани города необходимо учитывать сложившуюся мелкомасштабную сетку улиц и масштаб застройки, привязанный к этой сетке улиц.
Очень важно избегать оперативных, серьезных вмешательств в эту ткань. Короче говоря, задача очень важная, и я надеюсь, что все мы увидим наш город в недалеком будущем помолодевшим, интересным и сохранившим вместе с тем свое лицо, которое именно присуще только ему. Да, город — это книга, страницы которой мы пишем сегодня. Но это не значит, что их можно писать произвольно. Настоящее — это мост между прошлым и будущим. И от нашей бережливости, уважения к истории зависит, какими будут наши города не только сегодня, но и завтра.